Всем привет, с вами Ярмак. Сегодня у нас игрушка будет под названием «Командуй и завоевывай, часть 3. Тибериум Варс», да? Первые войны. Будут противостоять два человека. Это Хоринис, он же Андрен, против Метра. Вот. Будут играть ребята на карте Арена. Первый матч. Играют они, сразу вам повторю, BO3. То есть до 2 побед будет производиться матч. Соответственно, если игрок одну карту выигрывает, а вторую, допустим, проигрывает, у ребят возникает ничья. Играют они, соответственно, третий раунд. То есть матч. Итак, допустим, если игрок выигрывает два раза подряд, соответственно, нет смысла играть третий раунд. Матч проводить. Ну что ж, пожелаем удачи ребятам. Good luck, have fun. Итак, через одну секунду мы стартуем. Ну что такое Андрен? Так, нот против рандома. Посмотрим, что попадется Метро на карте Арена. Метро, попадаются скрины. Интересно, интересно. Итак, дамы и господа. На северо-западе у нас расположился Занот Хоринис, он же Андрен. На юго-востоке у нас расположился Метро за скринов. Итак, Метро у нас начинает по стандарту. Электростанция, казарма. Делает инженера. Даже два инженера он делает. Интересно, что же это будет. Товарищ Андрен. Товарищ Андрен, я смотрю, не торопится захватывать вышку вот эту вот. Уходит. Строительство. Военного завода, походу. Это будет, наверное, военный завод. Метро крепает трех ОС плюс инженера. Так, ну что, это будет у нас военный завод или нет? Да, это военный завод. По сути, военный завод нужно сюда ставить, чтобы потом вам было легче переползать на это поле. То есть военный завод, от радиуса военного завода можно даже сюда воткнуть штаб. Потом уже богатитель пихать. То есть таким же бейсволкингом ползти. Ну, ребята играют по-своему. То есть экспансеры даже не построили на синее поле. То есть, чтобы можно было сюда богатитель воткнуть. То же самое зеркальное здесь. То же самое сделать. Вот. Метро тоже решает перелететь через МСС на вторую поле. Так. Ну, спайки вы уже могли догадаться, что Метро захватил. Два. Вот. Напомню, что 25 баксов приносит спайк в секунду. Это получается халявный комбайн входит у нас. Минуту 2500 приносит спайк. С Метро у нас богаче будет. Минуту будет 5 штук получать. Так, Андрен. Сворачиваю МСС, решил переползти сразу же на синее поле. То есть будет это кушать поле. Делает три отряда ракетчиков. Плюс комбайны наклепал. Рейдеры. Два отряда ракетчиков еще сделал. Разведка стандартная от Метро. Шагающий танк. Он будет сейчас его коцать тихоньку.
Тихонько получает он урон у нас. Далее, пока параллельно смотрим, что у Мэтра происходит. Ну, Мэтра развивается как в ярости Кейна. Военный завод решил поближе к обогатителю воткнуть. В принципе, это, так сказать, что не ошибка, но, тем не менее, здесь запомните, дамы и господа, что радиус от военного завода, извиняюсь, заговорку, да, существует, то есть его можно использовать. Погибает на данный момент шагающий танк Мэтра. Посмотрим, сколько он разведал у нас товарищ Мэтра. Ракеты что надо? На карте он видит. Ну, практически базу всю увидел. По деньгам уже смотрю, неплохо у Мэтра преимущество такое. Доступны новые постройки. Начинает производить строится. Искателей в военном заводе. Строится. Плюс планирует есть синьку. То есть на нее уже переход. Строительство завершено. Понимаю, в авиазавод в буревестника будет уходить, скорее всего, наверное. Ну а Андрена пока 3000. Уходит тир 2, плюс строит пушки зачем-то. Рань-паранька, да, они тут, в принципе, пока не нужны. Деньги на ветер. Но все еще до сих пор не есть второе зеленое поле. Хотя пора уже. Сюда бы было бы два обогатителя воткнуть. Вот. Крепается пехота. В военном заводе почему-то ничего не строится. Строит пока рейдеров. Разведывать, к сожалению, ничего Андрен не разведывает. Это минус, конечно. Вы не будете понимать, что принимает против вас оппонент. То есть противник. Имейте в виду. Итак, попытка первого раша от Мэтра. Искатели будут сейчас нагнетать в вазу Андрена. Начинается пуш. Первым на встречу попадается Скорпион с тремя рейдерами. Но Мэтр решает фокусить электростанцию. Мэтр... Ну да, тут нет смысла бодаться дальше. Лучше отступать, потому что ракетчики, они... Соответственно, по урону лучше масштабнее, скажем так, наносить урон. Искателям нет смысла производить атаку. Тем не менее, у Андрена проблемы с электроэнергией. Уже уходит в тир 3 на данный момент. Можно будет тут уже электростанцию, я так понимаю, прокачивать. Будет ли это произведено со стороны Андрена, я пока не знаю. Смотрим еще раз по финансам. Андрен не торопится прокачивать электростанцию. Хотя по деньгам преимущество у Андрена есть. Уходит в тир 2 юниты Мэтра, но проседает по деньгам. Ну, Мэтр уже тут неплохо развился, смотрим. Скоро, значит, появится аннигилятор, скорее всего. Плюс идет, наверное, апгрейд на генератор силового поля. И у нас происходит краш игры. Ну, слава богу, отпускает. Итак, попытка номер 2 атаки от Мэтра. Смотрим, что же предпримет против него Андрен. Смотрим. Скорпионы. Вступает в бой. Ну, по броне они... Искатели все-таки слабже, чем скорпионы. Тем не менее, у нас есть поглотители от Мэтра. И все он, Мэтр успел поглотители зарядить Тиберием. Мощно стреляет, кстати. Пехота сейчас будет уничтожена. Скорее всего, осами. Осы свое дело делают. Итак, пушки, пушки, пушки. Лазерные уже с толку какого. А тем не менее, параллельно Андрен бою начинает атаковать базу Мэтра. Добирается до казармы. То есть у нас получается взаимная атака. Начинает атаковать электростанцию. Казарма уже уничтожена. Минус электростанция. Плюс будет электроволовушка. А Мэтр продолжает выносить комбайн. Покусить их.
плюс при этом поглотишь Мстители сосуд, скажем так, извините за такое выражение, поглощает теперь. Вот. Минус комбайны от Андрена. У Андрена минус комбайны. Начинается пуш второй базы. Хотя тут можно было комбайны добить, спокойно уже ходить в техцентр. Но Андрен решил пойти на прямок. Авиация, естественно, буревестники свое дело тут темное сделает. Скорпионы уже ничего поделать не смогут. Забавным цветом отображены на данный момент буревестники. Зеленым таким цветом. Красавчики такие прям. Говорит, вкурили зеленого спайса. Даже сказал бы, кристалл Тиберия зеленого. Пыль. Так, поглотители. Поедает Тиберия поле. Тихонько. Матра пытается противостоять. Андрен, точнее. Тут у нас уже осы были. Генералами вот уже они прокачанные. Уже топовые, которые если прокачать пехоту, да, вот вашу, она восстанавливает сама себе жизнь и отступает на данный момент назад. Вот со мной у нас искатель. Так, смотрим, что тут происходит. Расческу строит метро. Почему, кстати, сюда богатитель не воткнул? Богатитель сюда воткнул, чтобы можно было есть синьку. Ошибка от метро. Пока у вас ваши комбайны будут кататься, вы будете драгоценное время терять. Вот. Поэтому сюда обогатитель, сюда. Можно было воткнуть. А так, ребятки, сыграли по-своему. По идее-то и делается этот спонсор. Потом пихается сюда. А обогатитель продается. Экспансер. И уже, соответственно, с этого мы ловим разведку осами. Ну и то же самое здесь, стрелки вылезят, продаете, отправляете на разведку. Так, ну что, Андрен? Андрена проблемы с электроэнергией. Проблемы. Что у товарищей по деньгам? У Андрена 3000 практически. У метро, у нас метро богач. Ну что ж, отправляет девастаторов, они же разрушители, строится, на разведочку небольшую. Будет пробовать, завершено. Видимо, выгрызать на большом расстоянии. Обнаружен противник. Строится. Постройки Андрена. Я думаю, это уже наверняка. Объект атакуют. Это уже GG. Андрен, скорее всего, здесь проиграл. На базу, на базу. Электроволушка пихается от метра. Минус пехота. Ну и, соответственно, будет минус пушка. ПВО наконец-то успевает воткнуть Андрен. Но это ПВО уже ничего не сделает, а не вынес. Объект атакует. По деньгам метро лидирует. Уже этим, скажем так, войском можно было уже запушить Андрен. Ну ладно, возвращаемся. Ну что ж, Андрен проиграл. Первый матч за метро. Счет 1-0. Текс. Что, давайте посмотрим на статистику на данный момент, да? Собрано ресурсов у Андрена. 61 818, метра 12 123, даже 1187 он набрал ресурсов. Ну, более подробные характеристики, если вам будет интересно, вы можете потом в комментариях мне напишите под видео, если вам хочется будет посмотреть этот реплей. Я его постараюсь, ну скажем так, если вам нужно будет, вы напишите в комментариях, я вам скину ссылку на реплей, если вам надо будет. Все более
подробные характеристики, гляньте матча в конце реплея, скачаете. Итак, ребятки, продолжаем играть дальше. Противостояние будет сейчас Метро против Хорниса. Матч второй. Напоминаю, счет у нас 1-0. Пока в пользу Метро. Good luck, have fun, ребятки. Итак, что же сейчас Метро попадется на данный момент? Какая фракция? Опять скрины. Скрины выпадает Метро. Ну что ж, на северо-востоке у нас появился зазеленый нот товарищ Андрен, он же Хоринис. На юго-западе у нас появился скрин. Фиолетовый, наверное, цвет. Да, скорее всего, фиолетовый цвет. Уж извините за мой дальтонизм в кавычках. За скринов фиолетовых, по-моему, появился. Метро начинает у нас по стандарту. Вот это станция казарма. Делает два инженера зачем-то, пока не могу понять зачем. Хотя здесь всего один спайк на этой карте. И спайков вы больше здесь не найдете. Андрен у нас тоже развивается по стандарту, но не спешит строить почему-то инженера, стрелков, строит обогатитель. Метро решает сделать дезинтегаторов, целых три отряда, плюс чему-то строит один обогатитель, и военный завод не решает строить. Сразу перелетает на следующее поле. То есть фаст там решил сыграть. Так, занимается спайк инженером. А, все ясно. Он решает захватить, видимо, вот эту пушку на середине карты инженером. Ясно. Один отряд у нас отправляется через мост. Второй тоже. Плюс осы. Еще отряд. Андрен у нас решает переползать сразу же на второе поле. То есть втыкает один обогатитель, строит комбайны, плюс пехоту, ракетчиков припает. Эта станция у нас появляется на данный момент. Строится, видимо, обогатитель. Вот. Сделал уже на данный момент Андрен 6 отрядов ракетчиков. Вот. Комбайны. По одному. Начинает собирать тибери здесь. Выедать. Что? Метро занимает пушку. Плюс здание. Шагающий танк делает. Видимо, он уже для разведки у него сделан. Смотрим, как он видит Метро. Ну, в этот раз пролил ракетчиков. Сейчас это видит, но базу пока не видит. С этого не видать. По звуку слышу, укрепляются искатели. Строится. Военный завод. Недостаточно средств. Три комбайна в очереди на заказ. Плюс 5 искателей. Строительство. Пехота пока не делается. Что ж, будет поедать завершен. Исключительно это поле. Доступны новые постройки. О, зачем-то, зачем опять построил, пока непонятно. Что смотрим, у Андрена происходит? У Андрена тоже с проблемы с энергией. Зачем-то он сворачивает МСЭК. Непонятно зачем. Уходит чисто пехоту опять. Тут на данный момент на главной базе. Ага. Пушка молотит по МСС. Вот это минус. Зачем это он сделал? Непонятно.
Андрен. Я вижу города. Больше половины хп куда у него летело на данный момент. Клепается, продолжает. Андрен. Ай, меню вылезло. Объект атакуют. Ракетчики. Решает ими пушить. Через левый фланг будет идти. Ну, ракетчики, конечно, вынесут. Электроволовушку. Уже не жилец. Так, электроволовушка. Что там, метро будет припинимать? Мы сейчас с вами будем олицезреть. Опять выходит в авиацию. Плюс искатели, плюс шагающие танки. Так. Тут спалило на ракетчиков. Андрена. Все они вот так вот взяли и обошли вот здесь. Да, обошли. Попытка, видимо, вынести эту пушку была. А тем не менее, Андрен проходит на первую нычку. Выносится сейчас на данный момент комбайн метра. Так. Продается обогатитель. Чтобы можно было вынести ОС. Ну, ОС сами. Снести пехоту. Зря он, конечно, микс не сделал, но хотя бы было рейдеров послать. 3-4 рейдера делать, чтобы ОС можно было вынести. Ульи, конечно, тоже надо фокусить. Ну, в общем, пехота не оправдала себя. Андрен ушел в выбыток. Вот сейчас практически вынес. Почти. Осталось буквально 3 отряда. Так, что метро предпринимает? Он пока ничего не принимает. Занимается пока здание. В данный момент искатели занимает подъем. Вот. Осы продолжает выносить пехоту Андрена. Ремонтировать пытался метро. До станцию. Ос втыкает, чтобы они могли тушить напутствие от Андрена. Скидывается осы. Метро. Это вы, если когда построите мозговой центр, вот в этом, да? Сейчас вам покажу даже. Вот, можно сбрасывать рой ОС. Подготовка. 1500 баксов строится. Подготовка. Ракеты что надо? Ну все, опять пехота сейчас в небытие. Андрен просто это не мониторит. Не может догадаться, что нужно построить 3 рейдера. Продолжает одну пехоту клепать. И все. Микс нужен, микс нужен. И с военного завода, я так понимаю, он ничего не хочет делать, кроме как наклепал оттуда комбайнов. Можно было бы уже рейдеров хотя бы наделать кучу, или хотя бы скорпионов, чтобы вот этих встретить товарищей. Сейчас комбайны будут получать искатели. Что предпринят Андрен? Будет пока стоять ждать чудо. Комбайны надо отводить, отводить на ремонт. Убирать. Минус комбайн. Очередной харвестер будет сейчас вынес. Опять попытка раша от Андрена. Уже, считай, третья по счету будет производиться. Что ж, обогатитель будет тоже сейчас повержен. Походу у Андрена по деньгам большие проблемы. Да, у него 0. Гам у него 0. Даже не ремонтирует. Танки, танки нужны. Чему же ты танки не строишь? Чисто пехоту, пехоту делает. Да. Что вложит Андрена, понятно. Встречает ОС. Ракетчики. Минус сразу 2 отряда ОС. 3. Четвертый отряд и плюс 5. Плюс вынесен будет разрушить в щепки. Да. Он пытался, но не смог.
очередные девастаторы пытаются стреляться с ракетчиками. Да, мощные же они. Мощные. Опять снова Рой Ос решает повержить, утихомирить очередную атаку от Андрена. Ну все, Метро хозяйничает уже карты. Ультровая ловушка фокусирует постепенно пехоту. Андрен решил, видимо, простоять, прождать. Сейчас минус ультровая ловушка очередная будет. Она уже тут не жилец здесь. Так. Сидят парни, пока не торопятся атаковать. Буревестники уже готовы. Так. Уже планетарный штурмовик вылазит. Первый. Хорошие корабли, кстати, вот эти вот. Но... минус этих мелких самолетиков вот, потому что новиков, что они уязвимые, да? Немного ПВО их хорошо так знатно выносит. Так, ну ладно, разведка проводится метро на данный момент, будет палить сейчас вторую нычку Андрена. Чисто для разведки пустил, видимо, сюда. Недостаточно смотреть, глянуть. Да. Ну, метро бы сюда бы уже можно было впихнуть обогатитель. Экспансер построил, смотрю, для этого. Строит ли он обогатитель на данный момент? Нет, не строит. В авиации планетарные штурмовики. Очень 5 заказов. Девастатор сейчас не выживет. Объект атакуют. Сендрен вовремя их не... Получение подтверждаю. Покуши. Чуть больше половины хп вынесли ему ракетчики. Начинается игра в кошки-мышки, так сказать, да? Беготня. Фига, сколько сразу полегло ракетчиков. Но от одного залпа. Девастатор разрушителя. Так, смотрим Андрена. Военный завод очередной строится. Так, ну что? Недостаточно средств. Все равно делает упор Андрена на пехоте почему-то. На базу напали. Военный завод начинает наносить. Рано или поздно у него поле кончится. Андрен по деньгам чисто просеивает. Планетарный штурмовик начинает фокусить комбайны. Комбайн потерян. Вот, начинается пуш. И Андрен сдается. Ну что ж, дамы и господа. Заканчивается второй матч. Со счетом 2-0 в пользу Метро. Итак, смотрим небольшие данные по... ресурсам собранных игроков. Метро набирает на 8000, скажем так, даже с лишним, 8600 с лишним, то есть отличие небольшое, как вы видите. 68 косарей набирает Метро, 615, а товарищ Хоринис, он же Андрен, 60647. Ну тут любимый урод войск. Метро, смотрю, искатель, а он Андрена хорин. Ну, сами можете догадаться. Это ракетометчики. Ну что ж, поздравляем Метро с победой. Выигрывает он со счетом 2-0. Поздравляем. Ну что ж, играйте, ребятки, в ретро-игры, даже в команду завоевывают уже. Теперь им Варс, не забывайте. Вот, и другие ретро-игры.
С вами был Ермак. Поставьте лайк, если вам понравилось данное видео с комментариями. Вот. Ну и еще раз повторюсь, кому нужно реплеи, почти более подробно разглядеть, чего ты когда как проходила, следить, соответственно, характеристики, стройки и так далее, пишите мне в комментариях под видео на канале YouTube. С вами был Ермак. Приятного вам лета. Ну и будьте всегда на позитиве. Всем удачи!